А мы продолжаем вас знакомить с внутренней работой нашей студии. И сегодня, именно сегодня, мы расскажем все наши телевизионные секреты и откроем все двери. И прямо сейчас мы идем к режиссерам монтажа. Если редакторы красиво пишут и говорят, операторы красиво видят, звукорежиссеры красиво слышат, то именно эти люди, режиссеры монтажа, они красиво рассказывают, причем изображениями. Каким образом? Пусть они сами и расскажут. Кажется, ничего здесь такого особенного. Сидят люди за компьютерами, но здесь идет творческий процесс. У каждого из них собственная работа. Вот наш Александр Буйницкий, художник и дизайнер компьютерной графики. Все заставки, все отбивки, все компьютерное оформление нашей студии – это его творчество и фантазия. «Беларусь 4. Мытьев. Телевидение твоей области». Александр Шевчуковский, Андрей Почалов сейчас готовят к эфиру свои собственные программы. И, кстати, эти люди очень не любят, когда их отвлекают. Но с одним мы пообщаемся обязательно. Александр Иванович Григолец. 25 лет он за монтажной станцией. В общем, станции меняются, Григолец остается. У нас на студии есть даже поговорка: Александр Григолец, телевидение отец. Александр Иванович, расскажи, пожалуйста, за 25 лет сколько ты проектов смонтировал? Не перечесть, со счета сбился, не могу сказать. Здравствуйте, дорогие друзья. Подводя итоги кабани, свинячий, поросячьего года и вступая в год мыша-крысы, мы решили начать, да, собственно, посвятить нашу программу событию очень неординарному, я бы даже сказал, необычному. Ты видишь то, что было, и это интересно тем, что ты там не был, а ты это видишь. Вот, поэтому это безумно интересная работа, но безумно трудно. Считается, что профессия режиссера монтажа, она стереотипно мужская, но у нас есть две замечательные, талантливые девушки. Это Инна Даниленко, это Ольга Василькова. Кстати, вот Оля Василькова, она занимается монтажом таких жестких мужских программ «Спорт-М» и «Экстрим-среда». Творческая жилка в экстрим-среде в обзоре происшествий за неделю? Ха, это ты так думаешь? На самом деле, нам важно передать не просто события, как они есть, а показать зрителям так, чтобы это проникло в душу, в сердце, в память. И они сказали, что да, и рассказали. И вот чтобы люди знали, что такие события у нас происходят. Ну, а мы продолжаем наш телемарафон и снова возвращаемся в студию.